музей, сарай, первоначальная остановка, там, где два беглеца, Ленин и Зиновьев, как раз скрывались перед тем, как их перевезли в разлив на лодке. Этот сарай, дом принадлежал Емельянову. Помещалась очень семья большая, 7 детей, и которые даже на чердаке спали. Вот. 1,5 дня только находились здесь вот эти два беглеца, Ленина и Зиновьев. И потом их переодели в одежду финских косцов и отправили на лодке в разлив. Вот здесь они скрывались. Кстати, это здание сохранилось, потому что во время Великой Отечественной войны здесь был тыл. А вообще эти домики принадлежали рабочим оружейного завода. И вот этот голубой домик, вот как раз, они были построены в 20 веке, в начале 20 века, и последний домик, который сохранился. Так, также здесь представлены фотографии наших двух беглецов. Вам, наверное, показывали документы. Наимерский называл верный оруженосец Ленина. Он также будет обвинен в шахте. Это все постройки начала 20 века. Здесь с поколения в поколение. И плюс он наполовину не обшит. Вы не успели вагонкой обшить. Вот как вот у нас, да? Обменяют. Музею отдадут сарай Николаю Александровичу вот эту вот. Так, это вход в музей «Шалаш». Сейчас там более лесовой нет, там памятники Ленина. Рабочего, кстати, оружейного завода. Швейцария была ли она здесь? Там можно увидеть, как они вот здесь вот сидят, я вот перед входом составлена. Там с той стороны. От 18 до 3 лет. И поэтому Николай Александрович мне опасно было приезжать вот на цех, он находился в этом восточном берегу Лазуре. Работая в Цюрихе, в Швейцарии. По объединенной полосе революционной деятельности против союзных партий во времена массовых советских репрессий и был признан врагом народа. И его, в общем, имя было опущено в тень, о нем долго не надо. Но в 50-е годы, после смерти Сталина и речи Хрущева на 20-м съезде, хотят что-то делать, взять власть в свои руки. А 27 августа 1917 года делалось временное правительство. 25 октября народный комиссар во главе с председателем Совета Владимиром Ильичем Ульяновым Лениным. 70-го года в Симбирске, что такое? А он 21 января 1924 года был... Это историко-партийный брак сразу образовывается после октября, будет действоваться о революции, которая украшена тоже подлинными. Мы в шалаше разлив, только что посетили музей, все это связано с такими историческими событиями, и здесь в шалаше, в разливе Ленин и революционный деятель Зиновьев прятались от временного правительства. Это как раз летом случилось. И в этом им помогал Емельянов. У него тоже была большая семья. Подключала детей, которые следили и на лодке перевозили Владимиру Ильичу Ленину и Зиновьеву еду. Специально их переодели, конспирировали под финнов, так называемую одежду приспособили и усики, что когда они проезжали, чтобы их не могли узнать. Ну, потом уже летом, в августе, было здесь опасно находиться. И, собственно, они приняли решение уезжать. Ленину сделали временный пропуск специальный.
как бы рабочего оружейного завода, как кочегар. И он направлялся уже в Гельсингфорс, то есть в Финляндию. Не приезжал сюда ни к Ленину, ни к Зиновьеву. Он работал, здесь был его зеленый кабинет. И какие-то вещи сохранились. Одежда, котелок, грабли, косилки. И он здесь писал как раз труд. История и государство. Работал. Ну, в 1927 году уже сделали музей. В 1928 году уже окончательно сюда приезжали известные деятели. Космонавт Юрий Гагарин, Леонов, астронавт американский, Фидель Кастро, кубинские деятели и многие другие. Ну, в общем-то, это все связано уже. Тоже сюда здесь принимали пионерскую организацию. Сейчас это ничего не существует. Но история есть история. Прошлое не вернуть, прошлое есть, оно существует, поэтому оно связано с... А настоящее не существует без прошлого, как и будущее, так считал Лихачев. Вот такой исторический памятник, шалаш разлив. Все назад, да? Ну вот это озеро разлив рукотворное. И там на фоне уже виден Сестрорецк. Здесь понятно, уже сделали копию. Так, ну вот памятник Петру, который установили недавно, в 2014 году. А так этот проект был создан Винариусом, архитектором. И во время наводнения, в 1824 году такое очень сильное было наводнение, этот памятник унесло. Ну а потом его нашли и, собственно, о нем потом вспомнили и восстановили. В общем, мы в парке Дубки. И дуб, дерево дуб, было любимое дерево Петра Первого. Зеленогорске, вот это вокзал рядом. А это памятник дельфинов. Здесь рядом столовая, хачапури также и продуктовый магазин. Ерха. Мы в Зеленогорске, это Ерха. А внутри орган, где можно послушать различные концерты. Вот это памятник дружбы России и Финляндии. Приезжали в Выборг, чтобы национальный романтизм. То есть вот этот Ерха построен в стиле национального романтизма или в стиле модерн. Финский модерн. Только они с вами говорим в начале 40-го года, потом 44-й, все, Ерха закрыта окончательно. Так, вот эта Ерха была построена в 1908 году. Ну вот мы приближаемся к православному храму, который находится недалеко от Керхи. Поэтому
Здесь летом такой уголок для отдыха, можно сказать. Это, ну, вот такой красивый-красивый домик на колокольне, как теремок. Вот это где все интерьеры, все внутренние вот хорошо квадратные сожрали. А что это вернули? Это журналистка. Живет на православную церковь архитектор Никонов. Парки Зеленогорске. Сейчас, правда, не очень такая погода, чтобы гулять, но так, наверное, многие бывали. И, собственно, очень-очень красиво. Финский залив недалеко. Площадь 27 гектар. Памятник Вицину. Это Вицин.